вечная, нерушимая. Так говорят о дружбе советского и польского народов. Ее укрепляют поездки туристов, делегаций, гастроли артистов. А на этот раз в польском городе Ольштыне открылась выставка творчества калининградских детей. Посетители с интересом знакомились с работами советских ребят. В каждом рисунке, в каждой акварели жизнь, какой ее видят дети, интересная, увлекательная. И, конечно, сказка. Ведь участники выставки еще совсем юные художники и конструкторы.